Международный женский день – это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем женщинам, которые дарят любовь, добро, нежность и ласку. Этому первому весеннему празднику добра, жизни и любви была посвящена литературно-музыкальная программа «Мама. Жизни моей начала». Праздничный концерт организовали детская модельная библиотека совместно с воспитанниками детской школы искусств. И витает аромат весны, распускает солнце лучики свои. На улицах повсюду улыбки и цветы. Спешит 8 марта исполнить все мечты. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады сегодня приветствовать вас на нашем литературно-музыкальном праздничном концерте «Мама. Жизни начала». Наступило самое прекрасное время года – весна. Ласковое солнышко весело растопило снег и ласково улыбнулась мамам, бабушкам, всем женщинам на земле. А что значит, скоро самый светлый и нежный праздник 8 марта. Открывает наш праздничный концерт группа «Нежный возраст» с песней «Мамонтенка» для всех мам. Встречаем! Thank you.
несется мамой ввысь и чудо землей, крылья ветру расправив, чтобы гордилась мной. Мама моя родная, мама, люблю тебя, мама, я рядом, мама, любовь моя, лучшая награда. Мама, ты только верь, все я сумею, нет никого родней, ласковей, добрее. Свет улыбчивых глаз греет радостный час, в грустный час скажешь мне. Писатель сказал: без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщин нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя, вся радость мира от матерей. И мы тоже хотим порадовать вас стихами в исполнении учащихся 5 Б класса средней школы номер 1 Дзагова Адама, Гидзовой Мадины, Куевой Зары и Махеговой Беллы. Мама, от чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас с ней все сообща, и за то, что когда нам приходится туго, мы можем всплакнуть у родного плеча. Мы любим ее и за то, что порой становится строже в морщинках глаза. Но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, утихнет гроза. За то, что всегда без утайки и прямо мы можем доверить ей сердце свое, и просто за то, что она наша мама, мы крепко и нежно любим ее. Разные дети живут на планете, но мам своих любят все дети на свете. Бывает, мы не слушаем мам, а мамы нас учат хорошим делам, а мамы нас учат хорошими быть, как родину нашу беречь и любить. Мамы все могут, мамы помогут, мамы умеют все понимать. Склонилась ночью мама над кроваткой и тихо шепчет крошечке своей: ты только не болей, мой зайчик сладкий, прошу тебя, ты только не болей. Когда блестят глаза не от веселья, когда температурит сын или дочь, то сердце мамы кличет от бессилия, пытаясь все болезни превозмочь. Укутав счастье в одеяло, прижав свое сокровище к груди, она без перерыва повторяла: уйди, болезнь, от сына прочь, уйди. Ни одно лекарство так не лечит, как мамина забота и тепло. Любовь ребенка счастье обеспечит, отгонит все недуги, беды, зло. Для матери важнее всех на свете здоровье, счастье собственных детей. И точно так же маму любят дети, взрослее став заботиться о ней. Прошли года, в кровати мать больная, ей шепчут двое взрослых сыновей: ты только не болей, моя родная, прошу тебя, ты только не болей. Наши мамы, словно ангелы-хранители, сопровождают нас с самого рождения, оберегая каждый шаг. Таува Джамия исполнит песню крыльями ангела. Давайте поприветствуем ее. Мама, все со мной в порядке.
Таня под вечер с гуляния пришла и куклу спросила. Как, дочка, дела? Опять ты залезла под стол непоседа, опять просидела весь день без обеда. С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь, как спичка худа. Иди-ка обедать, вертушка, сегодня к обеду ватрушка. Танина мама с работы пришла и Таню спросила. Как, дочка, дела? Опять заигралась, наверное, в саду. Опять ухитрилась забыть про еду. Обедать кричала бабуся 100 раз. А ты отвечала сейчас, да сейчас. С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь как спичка худа. Иди-ка обедать, вертушка, сегодня к обеду ватрушки. Тут бабушка мамина мама пришла и маму спросила. Как, дочка, дела? Наверное, в больнице за целые сутки. Опять для еды не нашла ни минутки. А вечером сунула в рот сухой бутерброд. Нельзя же сидеть целый день без обеда. Уж доктором стала, а все не поседа. С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь как спичка худа. Иди-ка обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. Три мамы в столовой сидят. Три мамы на дочек глядят. Что с дочками делать упрямыми? Ох, как непросто быть мамами. Я с тобой.
вас исполнит песню «Мама» Кияева Дарина. Встречаем! Возможность дарить вам теплые слова и благодарить вас за ваше тепло и любовь. Приглашаю прочитать стихи учащихся 5 Б класса средней школы номер 1. Хакахову Беллу, Папова Адама, Свинухова Олега, Баджокову Диану и Ямыкову Фатину. Мама, по-грузински Нана, а по-аварски ласково Баба. Из тысяч слов земли и океана у этого особая судьба. Став первым словом в год наш колыбельный, оно порой входило в дымный круг, и на устах солдат в час смертельный последним звоном становилось вдруг. На это слово не ложатся тени, и в тишине, наверное, потому слова другие, преклонив колени, желают исповедать ему. Родник, услугу оказав кувшину, лепечет это слово от того, что вспоминает горную вершину. Она прослыла матерью его. И молния прорежет тучу снова, и я услышу за дождем следя, как, впитываясь в землю это слово, вызванивают капельки дождя. Тайком вздохну о чем-нибудь горюя, и, скрыв слезу при ясном свете дня, не беспокойся, маме говорю я, все хорошо, родная у меня.
тревожится за сына постоянно, святой любви великая раба. По-русски мама, по-грузински нана, а по-аварски ласково баба. Кто нам подарил жизнь? Это мама. Кто нам подарил землю и солнце? Это мама. Мама. Кто подарил мир? Мама. Это мама. Кто дарит нам любовь? Мама. Это мама. Кто дарит нам тепло? Это мама. Мама. Кто дарит нам добро? Это мама. Мама. Кто дарит нам радость и счастье? Мама. Это мама. Чья улыбка нас согревает? Мамина. Кто поможет всегда и везде? Это мама. Мама. Кто поддержит всегда и везде? Это мама. Мама. Кто красивее всех на свете? Это мама. Мама. Кто прекраснее всех на свете? Это мама. Мама. Кто любимее всех на свете? Это мама. Мама. Я хочу, чтобы мама всегда была счастлива. Хочу, чтобы ее красивые глаза всегда светились от счастья и радости. Я думаю, что это в моих силах. Я буду стараться, чтобы так было всегда. В марте с 1 числа начинается весна. Мамин день 8 марта отмечает вся страна. Мамы всех народов мира, мира крепкого хотят. Мамы всех народов мира от войны детей хранят. Детям заводят глаза.
Thank you.
Yeah.
Выступления были очень трогательными и не оставили никого равнодушными. Все юные артисты очень волновались, старались, ведь им хотелось доставить радость и удовольствие гостям концерта. В зале царила атмосфера добра, красоты. Родители поддерживали маленьких музыкантов теплом и аплодисментами. Улыбки на их лицах и благодарность, которая светилась в глазах, все было проникнуто любовью.